Доброе утро, с вами Алексей Юровский. Сейчас я вам покажу комплекс упражнений общей физической подготовки. Это и старый МЛАТ, и те, кто не знает, как это делать. Это поможет вам для сдачи нормативов ГТО. Поехали! Первонаперво это бицепс. Великолепные вещи. Развивает не только бицепс, но и все тело для разминочки. Идем! Осаночка прямая, все. Идем дальше. Сейчас будем прокачивать трицепс. Здесь у нас прекрасные тренажеры. Великолепные. Около торгового центра Башкирия. И вот поехали. Трехглавые мышцы. Сейчас идем на добивку. Тоже прекрасные вещи. И вот поехали, мы работаем. У нас все развивается. И не забывайте, сначала на себя, потом от себя. Сейчас сделаем тягу. Это прекрасное упражнение. Оно помогает и на спину, и на трапециевидные мышцы. Можно под наклончиком делать. А также трапециевидные мышцы. Вот они идут. Прекрасная вещь. Очень великолепно. Прекрасные тренажеры. Замечательный прям. Жим стоя. Здесь можно включить разнообразие. Так же, как ты делаешь обеими руками. И также поочередно. Вот, пошли. Это хорошо знает те, кто занимается единоборствами. Это как ударная сила. Идет прекрасная. И также хороший тренажер. Мне очень нравится он. Тоже грудь, на добивку груди идет. И на добивку трицепса. Также двумя. И поочередно пошли, работаем. Вот они, ударные вещи. Это поможет ребятам, тем, кто не умеет отжиматься. Здесь они начинают приспосабливаться и потом начинают владеть своим телом прекрасно. Здесь мы сделаем разводочку. Здесь прекрасный тренажер, как и на узкий ты можешь сделать, так же на широкий. Разнообразие большое. И вот ты идешь, грудь. Прекрасная вещь. Это как ударные идут, прямые. Как же я уже говорил тем, кто не умеет подтягиваться что-то. Вот прекрасный тренажер, который поможет вам в этом. Берется. И вот вы начинаете работать. Это как подтягивание. Здесь можно сделать разнообразные веса для себя. То есть здесь можно заниматься и старым лад. Ну сейчас на данный момент 100 килограмм на весах. Да. Прекраснейшая вещь. Замечательно. И проработаем сейчас с вами плечи. Великолепная погода. 4 градуса. Прекрасно себя чувствуешь. Замечательно. Утром великолепно заниматься. Полностью зарядка на целый день. Потому что вечером
после работы у многих неохота заниматься. А так пришел полчасика и великолепно. И вот поехали мы. Так же как можно двумя руками работаешь. И так же как и одной. Это как гири. Кто не умеет поднимать, учитесь здесь. И потихонечку будете совершенствоваться. Вот. Прекрасная вещь. Замечательно. Идем дальше. Сделаем движение армрестлинга. То есть здесь тренажеры, они приспособлены для разнообразного полностью занятия. Как ты хочешь, как тебе удобно. Возьмем здесь тренажер. Он чисто делает разводку, то есть извне. А мы с вами сделаем как на армспорте. Работаем на бицепс. Вот и поехали. Прекрасная вещь. И другой ручкой. Тем самым ты отдыхаешь. Вот так вот, ребята. 2-3 подхода таких же круга займет буквально полчаса. И вы целый день будете наслаждаться энергией. С вами был Алексей Юровский. До новых встреч!